всего доброго. Перед нами программа «Эксперт СДР» версии Альфа 2.1.3.12, работающая совместно с панелью E-кодер. Панель E-кодер подключается через USB интерфейс, не требует драйверов при установке, определяется сразу и начинает работать сразу напрямую с программой «Эксперт СДР». В настройках программы мы можем назначить на каждую кнопку панели свою функцию. Функций много, выбираем любую, какую захотим. На любую ручку-крутилку тоже можем назначить функцию, допустим, громкость, уровень мощности, драйв выходной или усиление по микрофону. После настройки всех функций можно осуществлять непосредственную работу с панелью. Делается это один раз. Обратите внимание на перестройку по частоте. При перестройке фильтр приемника передвигается по панораме. Все станции, водопад находятся на месте. Двигается только фильтр. То есть мы программно изменяем частоту ПЧ, вращая ручку валкодера. Это очень удобно. Все станции перед нами, они находятся на своих местах. Перестройка производится с шагом 50 Гц. Шаг можно менять. На панели программы можно выбрать любой шаг, начиная от 1 Гц. 1, 5, 10, 25 Гц, 50, 100, 250 и так далее в сторону увеличения вплоть до мегагерц. Можно также назначить на две кнопки панели изменения шага и переключать его оперативно прямо с панели. Что мы сейчас и сделаем. Я назначил на две кнопки панели изменения шага. Сделал перестройку с шагом 10 Гц. Одним нажатием на кнопку шаг увеличивается до 50 Гц. Можно также назначить на изменение ручек крутилок изменение полосы фильтра. И оперативно также ее менять. Устанавливаем изменение шага для настройки фильтров 50 Гц. И начинаем. Расширяем, сужаем. Все это оперативно происходит. Изменяем предел снизу или сверху. Аппаратная панель E-кодер обеспечивает оперативное управление программой всеми режимами трансивера. Это очень удобно, очень важно, особенно для работы в контексте. На задней панели
аппаратный якудер, имеются два разъема для подключения педали и телеграфного ключа. Данная возможность позволяет нам управлять программой непосредственно через панель. Трансивер при этом может находиться где-то на удалении, под столом, в соседней комнате или еще где-то дальше.